сеть магазинов «Изуми» – частый гость и постоянный участник процесса в реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями. Главный детский день этого года не стал исключением. Реабилитационный стационар встречал директора линии магазинов «Изуми» и его представителей праздничным концертом. От лица торговой сети мы хотим поздравить всех наших любимых, ценных детей с таким прекрасным праздником. Мы хотим, чтобы они всегда были у нас здоровы, счастливы и красивы. Торговая сеть «Изуми» поздравляет Международный день защиты детей. Желаем детям здоровья, счастья, чтобы сбывались все желания, исполнялись мечты. Пусть у каждого ребенка будет детство, дом и семья. После теплых поздравительных слов дети с радостью играли с ростовыми куклами, а подарки от спонсоров ждали своих обладателей. Но детям и без подарков был дорог их визит. 11-летняя Асель Айткул с нетерпением ждала этого дня, чтобы почувствовать заботу не только близких. Сегодня 1 июня, День защиты детей. Здесь много спонсоров. Мне очень нравится, всем дарят подарки. Мне очень-очень здесь хорошо. Я уже здесь лечусь много лет. В реабилитационном детском центре «Мейрим» проходит лечение более сотни детей от 3 до 15 лет с ограниченными нарушениями центральной нервной системы. В этот день все процедуры перенесли на другое время. Все для того, чтобы устроить ребятам веселье-терапию. Для детей мы на словах говорим, что это все отдаем. Но на самом деле, на сегодняшний день, мы еще бы хотели бы оказать всяческую помощь детям. Дети – это наш завтрашний день, дети – это наше будущее. Для необходимого лечения особенных детей в центре делается многое. 18 дней каждый ребенок проходит здесь активное ежедневное лечение. Все процедуры направлены на повышение работы опорно-двигательного аппарата. Зарина Шарипова, Баужан Шусипов, Ербалат Султаев. Информационная служба телекомпании «ОТРАР».